всем welcome. Снова я. Открытие мотосезона. Да. 7 января в Рождество. Вот, пожалуйста, елочка тут под Рождество. Мы поехали на север в Японии. Дубак вообще жесть. 1 градус тепла был всего. Вот здесь такой вот чувачок продает инструмент разный. Он сам же играет, он на этих вот там несколько штук. Не знаю, это как называется. Кена. По-японски это кена. Или сапоня. Сапоня. Робот-то диска. Мото я всегда думал, что робот. Хашири маска. Рёко. Кодумо но рёко дис. Я говорю, это бегают, наверное, путешествия такие надо брать. Если они бегают. Для детей, путешествия для детей. Вон здесь тоже такие лама. Лама их, да, называют. Короче, мусорой, собственно. Интересно. Вот такая вот стоянка вот интересная здесь. Там разные вот. Продаются. Плакатики. Чай. Зеленый чай. Или не зеленый чай. Не зеленый чай. Это японские эти соленья, как это называется. Очень дес. А это да. Это японские, да, соленья. Ай дадим. А это да. Говорят, хотите попробовать вот бесплатно-то. Блин, собака задубела, бедная, а даже в одежде ей холодно. Ну, мороз. На севере минус 1 где-то, до 5 градусов мороза ожидается. Потому что мы едем все на север, все дальше и дальше. А у меня было на юге там, южнее Токио, 1 градус тепла всего, а здесь уже минус 4 было с утра. Сейчас потеплел, может, там минус 1. Здесь фотки рисуют. Тут еще всякие кубики. Кубики непонятные какие-то. Вот там вот прям при тебе готовят. Хорошая штука. Вкусные вещи разные. Вот. Там примусом греют себе еду. Вот батат, сладкая картошка. Вкусная штука тоже. Так, а тут что? Камни. Камни разные. Ну, камни надо в Яманаш ехать. Это на другую сторону. На запад надо ехать. Там камни полно. Гор полно и камни полно. Здесь в основном равнина. Сакананеска. Сакананеска. Тамагу хайте маска. Говорят, с икрой там рыбу, как это там, на углях ее жарят, речное, с этими.
が家をこれてか、これもさらに拡張しようとしてるちょっと高い。такие вот тоже жарят там, варят. В основном вареное все. Тофу. Не тофу. Тамагу. А, якитамагу. Ну это жареное. Типа омлета получается. Тамагу все это мискей, но хай на. Это вот, походу, курилка, что ли? Не, не курилка, это кафешка как раз там внутри что-то продается. А вот здесь место для курилка. Солосно. А, тараши мисо там вон. Скутэ нас. Сузуки масо. Мандаро. Томерарэру курмано кадзу а скунай но ни. Хэтана сарбис эрия ёка. Джонжитсу штэ масо не. Солосно. Иро-иро атте. 面白いそうですね違いです то-то где-то новое здание строят, может кафешка или еще что-то будет. Вот продолжение. Тут как бы сервис серия на дна платном шоссе в сторону Цуноми, если ехать. Вот такое платное шоссе, здесь люди останавливаются, что-нибудь там перекусить, там попить, купить себе это, покушать что-нибудь, в туалет сходить и это самое. Что-нибудь, сувенирчики какие-нибудь взять из этой области, где вот находится эта сервисерия. Очень классные, то есть, места. Ладно, сейчас поедем еще дальше. Зато соцветил. Ну, видео. そう、移動する。それは頭の上にこうつけるやつ。そう、前に作りましたけど、今はちょっと寒いだったら頭の中早くバッテリーなくなると思います。ああ。そう。最初見た時は面白いなと思ったけど、まあ面白い、いいよね。だからちょっと風の抵抗怖くてダメだ。あの、ちょっと снимаешь。Я говорю, да, но сейчас холодно, поэтому когда едем, походу, я не буду снимать. Батарея быстро сядет. При минусе, тем более на ветру. Вообще быстро очень сажает аккумулятор. В принципе, ничего так интересно. Мы едем на Уцуноми где-то. Это 100 километров севернее от Токио. Это 100-130 где-то так. Да, от границ Токио. Вот, ну не так далеко на север, потому что, блин, далеко на север будет холодно. Сами понимаете, 7 января на север лучше не ездить. Тем более, мы не особо подготовлены, зимней одежды как таковой райдерской особо нет. Такая осенняя, такая, там 2-3 кофты там напялил, двое перчаток. Вот. У меня, в принципе, вот такие вот перчатки, еще сверху перчатки нет. Ну, какая-то псина. Холодно, блин, тоже бедный. Мерзнет. Но они вообще такие вот худые все. Худые, без одежды. Они вот, они, мне кажется, отморозить все могут что-то. Тут вот радио, говорит, вот на 86,7 МГц FM радио. Кто знает? Ясу ясайдес. Томато икко. Хякугоджиен. Там томаты. Одна штука 150 йен. Конечно, дороговато, но в целом норм. А вот это каштаны жарят. В общем,
похоже на каштан, по крайней мере. Я не знаю, может быть, это не каштан, конечно, в Японии что-то другое. Вот не куман или как бутаман. Классная штука тоже, он здоровый такой. Типа манта, короче. Только внутри там похожий фарш, а тесто, оно не до, так скажем так, мягкое такое, рисовое. Рисовое тесто, оно. Ну вот такая вот зона. Сервис-серия называется. Таких сервис-серий, в принципе, около каждого города стоят. Несколько. Это с одной стороны дороги, с другой стороны дороги и по другой трассе еще если там. Вот. Поэтому, если как бы будете путешествовать на мото или на машине, захотите покушать или еще что-то где-то, останавливайтесь. Ну, вот наши байки. Вот это Honda NM, как она там, NM5, что ли? Или 4, я не помню. Да, 4. Вот. Она... Вторая Honda. Shadow. И вон мой стоит. А. Хай. Вот сейчас вот поедем. И вот этот мой стоит на парковке. Как нормальный человек припарковался, потому что ну здесь места не было для других просто. Поэтому они там поставили. Подогрева ручек нету. Естественно, зимой путешествовать, блин, в одних перчатках. Это отморозишь все пальцы, грубо говоря. Поэтому рекомендую ставить подогрев, если вы хотите путешествовать. Вот у них стоит подогрев, а у меня вот нет. Вот. Ну, сейчас мы поедем. Надо готовиться. Ладно. Будет еще что-то интересное, я обязательно включу. До связи.